услышать музыку, ну, популярную, и вы должны ее повторить. Понятно? Как вы услышали, вы так должны ее повторить. Ничего сложного. Каждый. Сначала первая мелодия звучит, и вы ее повторяете. Булат, давай первый. Стоп! Стоп! Что ты услышал? Сейчас. Какую мелодию слышал? Примерно тоже повторить ее. Понятно, да? Ну, просто акапелла повторить без музыки, без ничего. Все, хватит. Так, давайте еще раз ее поставим, чтобы еще раз послушали все. Стоп. Дон диги дон 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 диги дон дон дон. Понятно, понятно, понятно. Так, Юра, да, правильно сказал? Юра, давай. Дон 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 дон. С таким бурятским колоритом, да, вы почувствовали нотки. Ислам, давай попробуй ты. Дон диги дон 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 диги дон 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 диги дон 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 дон. Нормально, нормально. Так, Дондук, давай сюда, я поближе. Дон диги дон 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 диги дон 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 диги дон дон. Прикинь, его зовут Дондук. И музыка примерно созвучна с его именем, да? Дон 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 дон. Правильно, да? Итак, классно. Поаплодируйте, пожалуйста, Дондуку. Молодец. Ну, вы знаете, это самое легкое.